идем в обход, чтоб в карьер круто не опускаться. Пологий спуск. Языково, наверное. Вот всякая тут медная зелень торчит. Можно, конечно, было напрямую спуститься, но уж очень скользко. Дождик прошел. Но нынче, наверное. Да, возможно. Ну вот, тут же камни, тут же и грибы. Маслята повылазили. Сегодня хорошо, не жарко. Вон тоже стоят. Маслята. А вот вон посмотрел, думаю, она гнилая, сломана, она вроде все крепкая. И села, думаю, кому пригодится. Она, конечно, интересная, конечно, экземпляра. Не потащишь же отсюда такие балдуганы. Старый дедовский отвал. Вот так тут. Медная зелень. Всего намешано.
так далее. Интересно отдохнуть. Зелень, зелень. О, какие блины вымывает. Кварчик с какими-то животками. Ну, это набором железняки. Зелень медная, да, азурит. Ну, дерево даже покрылось налетом. Вот какие тут животки есть, долбануть бы. Кувалду бы сюда, килограмм на 7. Журчит ручеёк. Сейчас попробуем по нему. Вот что, трогать не будем, не наше.
Ну вот есть где животки, так там может быть что-то интересное появится. Конечно, так бы жить в Тагиле, можно было тут покопаться, а вода бы помогла. Гордичку пусть моет. Ну, вот это интересный образец. Ну, чудесно. Ну, какой. Какие дендриты.
Ну, в общем, как-то так. Малахитку вряд ли найдешь, но так вот. Какие-нибудь небольшие образцы. Ну, весьма реально. Много интересных образцов, конечно. Вот как все тащить, конечно, не возьмешь. Тут что-то вот еще поблескивает. Сколько же здесь трудов-то было положено. Кварц. Тут вот маленькие мелкие кристаллы. То ли кальцит там. Какая шняга. Такой образец тоже, думаю, можно поставить, но вверх подниматься надо. То это ноги уже запинаются.
красота. Разноцветие какое. Варчики и маслята тут собирай, не хочу. Вот это тоже кварцевая животка тут была. Всякое разное. Интересно. Молотнул кусочек. Вот. Тоже кварц. А здесь корочка халцедона. Здесь кварц интересный. Непонятный. Один из методов, конечно, это у ручейка на Литовской иска. Здесь также можно и не мыть. О, посмотрели, да. Есть что-то дальше. Тут же промывается, берешь породу, накидал ты.
Вау. Ну вот это интересно, конечно.